Крылья Советов купили Горбатенко у Шинника. Сборная по хоккею Самарской области примет участие в зимней спартакиаде учащихся. Тольяттинские хоккеисты сыграют друг против друга в Чехии. Василий Веткин будет отстаивать честь России в боксерских поединках с командой Мексики. Самарцы выкупили полузащитника Игоря Горбатенко у ярославского Шинника и подписали с ним контракт на 1,5 года с возможностью пролонгации еще на год. На минувшей неделе футболист успешно прошел медосмотр в Москве. Сейчас Горбатенко находится в Эмиратах и уже сегодня приступит к тренировкам с командой. Интерес к молодому полузащитнику проявили несколько российских футбольных клубов, но сам Игорь выбрал именно «Крылья Советов». Он стал первым новичком самарской команды в этом межсезонье. Вместе с «Крыльями» на сборах сейчас находятся форвард Сердер Сердеров и полузащитник Игорь Ломбарский. Сборная Самарской области, составленная из хоккеистов 2001 года рождения, примет участие во втором этапе 7-й зимней спартакиады учащихся России. Соревнования пройдут в Саранске со 2 по 8 февраля. Президент областной федерации хоккея Станислав Рузов отметил, что сборная Самарской области составлена из лучших игроков, которые являются воспитанниками самарского ЦСКА ВВС и тольяттинской «Лады». Судьба и жребий развели игроков тольяттинской «Лады» по разным командам. Теперь защитнику Денису Баранцеву и нападающему Мартину Затовичу придется играть друг против друга в матче Еврокубка Россия-Чехия. Встреча сборных состоится 5 и 7 февраля в Карловых Варах. В нынешнем сезоне Баранцев в 47 матчах за «Ладу» набрал 9 очков и 22 минуты штрафа. Тренирует российскую сборную Олег Знарок, под руководством которого Денис Баранцев дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе столичного «Динамо». Мартин Затович в 49 матчах за тольяттинский клуб набрал 16 очков и 22 минуты штрафа. В декабре Мартин участвовал в Кубке Первого канала в 3 матчах за чешскую сборную, набрав 2 очка. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнования состоятся 6 февраля в 18:00 в спорткомплексе «Грация» по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 кг будет защищать наш земляк, мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске в «Сдюшор». Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив».